Каким будет лето у школьников? В мэрии прошла пресс-конференция, посвященная подготовке городских лагерей к началу сезона. Основной вопрос – рацион питания. На каждый день уже составлено подробное меню. На столы попадут только свежеприготовленные блюда, обещают в горторге. Подогрев остывшей и замороженной пищи запрещен. Завтрак состоит из горячего блюда и горячего напитка. Обед состоит из салата, закуски первого и второго блюда, и также напитка. Полдник – это, значит, выпечка и обычно либо молочный напиток, или кисломолочный напиток, или сок, и дополнительно выдается что-то из фруктов. Оснащены медкабинеты, а их работники прошли спецподготовку. И еще один вопрос – нужна ли посетителям городского лагеря страховка от клеща? Детям в случае укуса вводится в травмопункте иммуноглобулин бесплатно. А клещу страховку вы будете предъявлять, что ли, чтобы не укусило? Да даже не смешно. И про прививки хочу сказать. У нас работает по профилактике клещевого энцефалита региональная областная программа. И областной бюджет выделяет деньги. Но выделяются бесплатно на бесплатную вакцину только на вакцинацию, это две инъекции, В1, В2 так называемые, и первую ревакцинацию. Дальше, один раз в 3 года, родители должны сами покупать эту вакцину. Напомню, первая смена стартует уже 3 июня, она продлится 13 дней, стоимость путевки составит 1700 рублей. Вторая смена на сутки больше и чуть дороже.